привет. Вот показываю вам. Муж мой пошел на остановку на работу. Сегодня у нас такое положение, как военное. Город перекрыт со вчерашнего дня с 4 часов. Сегодня уже 24 февраля. Время 7 утра. Трассы закрыты. С города выезда нет. В город заезда нет. Тех, кто вчера не доехали с города сюда на ГРЭС домой, расположили в 9-й школе, потому что видимость никакая на дорогах. Вот такое у нас сейчас экстренное извещение у меня. Страшно просто, прям как военное положение, вообще жутковато прям. Вообще люди на трассах, смотрела роликов много в ВК выложены. Очень много машин стоит на трассах. Даже вот я говорю людей, тут вроде бы ехать-то недалеко, а людей, тем не менее, располагают в городе в 9-й школе, или в 10-й, по-моему, в 9-й. Вот. Даже домой не отпускают. Вот такая вот у нас погода дала на 23 февраля. С праздником вас, мужчины! Это что значит, такую нам погоду дали? Просто жесть. У меня сегодня должен был быть экзамен 24 февраля в ГАИ по вождению. Конечно же, экзамен тоже отменился на неизвестное количество дней. Непонятно, когда это все закончится. Я вчера шла с работы. Хорошо, что я живу здесь. Как бы не надо ехать никуда. Но в подъезд еле зашла. Сугроб по пояс. Такие везде переметы. Просто страшные вообще. А на трассе вот видимости ноль. Это вот здесь вот просто немножко деревья, дома. И вроде бы как это видимость есть. А за городом видимости нет. Трасса прям вообще нулевая. 2 метра и видимости нет. Вот такое вот у меня сегодня экстренное включение, экстренное извещение. Оставайтесь дома, никуда по возможности не выезжайте. Здоровья всем, благополучия. Кто сейчас в трудной минуте в дороге, терпения вам. Скорейшего спасения вам, ну и всего вам самого доброго и хорошего. Всем пока-пока.